Новый формат инженерного образования. В Сургутском государственном университете прошла международная конференция CDIO. Программа базируется на изменениях стандартов обучения студентов. Упор сделан на проектно-ориентированный принцип преподавания. Сегодня CDIO объединяет более 120 университетов в 30 странах. Минувшим летом к ним присоединился и Сургут. Речь идет о механизме подготовки. То есть сейчас у нас в России практикуется в основном знаниевый подход, когда студентам дают знания, которые они выучивают, и придя на производство, не всегда способны их применить. Речь идет о том, что обучение должно строиться на реальных проектах, которые студент инициирует, придумывает, вместе с преподавателями в команде разрабатывает и способен потом этим проектом управлять. Таким образом, студенты будут чаще выходить из лекционных аудиторий и обучаться на производстве. Потребуется вложиться и в вузу, подготовить преподавателей, организовать образовательное пространство, закупить учебное оборудование. Это делается с прицелом и на кампус. В Сургут ставят задачу заходить туда с новым качеством образовательных программ. С этого года по новым методикам обучаются более 70 студентов первого курса. В частности, они работают в областях химии и программной инженерии. Инженерные профессии – это не единственные, которые могут быть применены стандарты CDIO, а просто оригинально с этого всего начиналось, поэтому и впервые будет применяться именно на таких. Но тем не менее, CDIO могут быть применены в любых направлениях, в которых есть связи с индустрией, с производством, и, конечно же, в нашем регионе, где развита система газа и нефти, те специальности, которые будут являться очень важными.